Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Большинству людей Татьяна Лазарева известна как актриса и участница КВН, но мало кто знает, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы найти свое счастье. Первый ее серьезный роман случился в 25 лет. Ее первый муж Александр Другов был старше нее на 8 лет. Он был в хороших отношениях с родителями Татьяны и в целом считался завидным женихом. Но, к сожалению, их семейная жизнь не сложилась. Они разошлись спустя несколько месяцев после заключения брака. Официальный развод состоялся уже тогда, когда Лазарева была беременна от Шатца. До этого у нее родился сын от режиссера-постановщика Романа Фокина. С ним Лазарева познакомилась во время игры в КВН. Он состоял в команде Московского инженерного института. Роман был очень озорным и веселым молодым человеком. Конечно, девушки его очень любили. В скором времени их с Татьяной отношения перестали быть платоническими. Татьяна забеременела, а Фокин, испугавшись ответственности, решил с ней порвать. Лазарева отметила, что мальчик похож одновременно и на отца, и на мать. Но папа при этом общаться с сыном не захотел, а Татьяне предложил забыть вообще о том, что он когда-то был в ее жизни. В итоге актрисе растить сына помогали мама и старшая сестра. Женщина, в свою очередь, много времени уделяла карьере, чтобы обеспечить сыну достойное будущее. Кроме сына, у Татьяны с ее вторым мужем есть две дочки – 21-летняя София и 14-летняя Антонина. О личной жизни 25-летнего Степана актриса не рассказывает. Его фотографии она показывает не так часто. 2 года назад Татьяна с мужем разъехались по разным странам. Младшая дочь живет в Испании с мамой, а Михаил проживает один. Ходят слухи, что они с Татьяной развелись, но это не так. А вам нравится Татьяна Лазарева? Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!